Mercedes-Benz 210 кузов. Лупарь. 2002 жылы чыгыптыр. 2.2 объем. 3.6 деп турат, 3.2ге берем дейт. Абалы жакшы. Коробка автомат Mercedes-Benz E230. Байланыш номерлери. Газовое оборудование да бар экен. Абалы жакшы. Салон кожа. Mercedes-Benz 210 кузов универсал. E240. Мынакей достор. Абалы. Абалы аябай жакшы. 2.4 объем. Привозной новый. 10-12 чейин расход. 99 жылы чыккан. Байланыш номери. Мындай. Салон. Салон обычный. Канча дедиңер басын байке? Окончательно 180. Документ порядка. Кузовной. Вложение бар болду. Коробка привозной. Коробка привозной. Кузовный шваркен. 180 000 окончательно. Mercedes-Benz 124 кузов. Үстінде люк, панорамный люк, механика. 90 жылы чыккан, 2.3 объем. 125 000 сұраттыр, байланыш номерлері. Салон обычный. Люк. E230, 2.3 объем. Mercedes-Benz E320. 210 кузов, комплектация авангард. Титановый дисктер мене. Машина без вложений, дейді. 4400 доллар, байланыш номерлері. 3.2 объем, авал отличный, 2000 жылы чыққан, коробка автомат. Мультироль, салон кожа, чехол қапталған. Цвет баклажан. Цветке жақынырақ екен. Mercedes-Benz Сешка. Үстінде панорамный люк. Салондор кожа. 230 000 сом. Объем 2.3, 98 жылы шыққан. 185 000 ашығы менен пробег, коробка автомат, 9-10 расход. Салон бежевый, коричневый, комбинированный. Қанчаға бересіңер, байке? Құралла. Келешеміз. Камераға айтып қойыс па? Я. Камераға айтып қойыс па, деймін, чалысатта. Же, бұры алыш керек пе? 220 000-ға берге дейді. Коробка автомат, есе 220 000 сомға беріп салам дейді. 124-ші кузов, Mercedes-Benz E-класс 230. 250 000 пробег бар екен, 90 жылы шыққан. Объем 2.3, газовое оборудование бар. 3000 доллар. Байланыш номерлері мұны төмендедей. Салон. Үстінде панорамный люк тағы бар екен. Mercedes-Benz Сешка. C-класс 180. Тазадай. Авалы. 96 жылы чығыптыр. Пробег 193 000. Коробка автомат. Центральный замок. АБС. Сигнализация. 3300 доллар. Содылашсақ болот дейді. Байланыш номерлері төмөнгүдөй. Көрінбай сайты қойын 709-2819-72. Салон.
Тағы бір Мерс 210-ші кузов Е класс. Чыққан жылы 99, объем 2.4, басы 5800 доллар, байланыс номері 550-17-36-19, салон кожа, коробка автомат. Комплектациясы элеганс. Mercedes-Benz 124-ші кузов. 90-ші жылы шыққан. Объем 2, 8-9 расход. Кондер, анан электропакет. 3300 доллар. Байланыс номерлері. Салон. Üstünde panoramlı люк. Mercedes-Benz 210-ші кузов. Лупарь. Комплектациясы элеганс. 4600 доллар. 95-ші жылы шыққан. Объем 3-2. Байланыс номерлері. Салон, кожа мес, тряпочный, коробка автомат. Mercedes-Benz 3210-ші кузов. Комплектациясы элеганс. Титановый дисктер, 2-3 объем, 3300 доллар. 96-й жылы чыккан автомат, байланыс номерлери. Салон кожа, чехол капталган. Сюда панорамный люк бар. Mercedes-Benz 124-й кузов. Объем 2, 3500 доллар, байланыс номерлері төмендегідей, пятиступка, механика кен, салон, тряпочный, механический электропакет емес. Mercedes-Benz 124-ші кузов. Үстінде панорамный люк. Дисктер черепаха. E2320. Объем 3-2. Албетте 92-ші жылы шыққан. Коробка автомат. 10-12 расход. Авалы отличный. Варианттар бар екен. 3900 доллар. Байланыс номерлері төмендегідей. Лобовойында жарақа. Жарақа кетіп бір лобовой. Салон кожа, чехол капталган, темный салон, черная кожа дейт. Наке. Mercedes-Benz E230, 210-ші кузов, темно-зеленый цвет, лупар, комплектация элеганс. Мондай дисктер менен чыккан жылы 96-97, механика коробка, 2-3 объем, 280 000 сом, 3900 доллар, абалы жакшы, байланыш номерлери төмөнгүдөй. Салон.